И всем привет, друзья! С вами снова я, Отспой Геймер. И у нас сегодня снова рубрика. Рубрика «Рандом всегда прав». Так что, если вы не знаете, что это за рубрика, то смотрите самый первый выпуск, объяснительный. Он только что появился в подсказочке. И у нас сегодня выпадает Dune Legacy. В прошлый раз у нас была Golden Axe 3, а теперь у нас выпадает Дюна. Отличная игра, замечательная, я очень-очень рад. В принципе, все игры в этом списке моем самые любимые. И что ж, у нас сегодня 25 карт. Такие вот все разные, разные размером, видите, да? 64 на 64 и так далее. Есть смешанные 64 на 128. Тут их 25, они будут дополняться, все они срандомизированы. В принципе, все это объяснял я в том первом выпуске. Так что можете почитать. Видите, вот большие карты. Есть маленькие карты, на них игра занимает минут 15 максимум, на больших картах по типу вот таких вот. Видите, ужас какой. Все полностью срандомлено, место спавна, все. Вот на таких вот картах я помню час 40 боролся против брутального бота. Так что давайте-ка я зарандомлю и посмотрим, что мне выпадет. Хм, нихера себе, сегодня будет короткий выпуск. Мне выпадает из 25 цифра 2. Цифра 2 вот эта вот карта. Маленькая, неказистая, без отрывных островков, один большой остров. 32 на 32. Ну что ж, посмотрим теперь, что нам выпадет по деньгам. А вот что у нас выпадает по деньгам. Кому-то очень сильно повезет. У противника деньги я не могу узнать, но если мне выпадет 3250, я пойму, что у противника денег меньше. И также наоборот, я пойму, что у противника, возможно, денег больше. Вот на это не обращайте внимания, это вообще не влияет. То есть, если я займу, например, первым слотом, да, слот тоже рандомится, просто так, по приколу. От этого ничего не зависит. Ни местоположение врага, ничего. То есть, если я первым слотом выпаду в настройках, сейчас увидите. Короче, вот такие вот параметры, кому-то повезет. Вот. Custom Game. И выбираем вторую карту. Вот тут, типа, написано, да, player, player, player. Это не зависит. То есть, если я сюда переставлюсь, это не значит, вот, что у меня тут будет 3200 денег гарантированно. Нет. Все рандомится. Я специально не смотрю на карту. Вы можете посмотреть, там по черным и белым точкам понятно, где будет спавниться противник. Но опять же, если нас тут будет двое, то кто-то из этих слотов будет пустой на карте. Тут я смотреть не буду, потому что я не помню специально. Вот. И сейчас посмотрим, что у нас тут заспавнится. А, кстати, да. Противников тут 9 штук разных. Самый сложный — это смарт-бот, который распространяется по всей карте, с которым я сражался час 40. Ну, надеюсь, объясню. Итак, мне выпадает. Я на втором слоте. Естественно, все рандомится, да? И тут выпадает, ну, почти лучший бот для маленькой карты. Я объясняю. Брутал-боты и смарт-боты, они идут в долгую игру. Они на длинных картах, на огромных, они отличные и очень сильные под конец игры. Лейт-гейм, короче, идут. А вот такие вот боты, AI easy, AI very easy, они на маленьких картах хороши. Они мало строят зданий, но при этом быстрее производят войска. То есть брутал-бот бы мне тут проиграл бы с вероятностью в 90%. А вот тут я поборюсь с этим чуваком. Посмотрим, что из этого выйдет. Этот пустой слот. Из двух цифр выпала циферка 1. Значит, будет один враг. То есть этот слот пустой. Я не буду знать, где тут заспавнится противник. Погнали. О, я дом ордосов. Окей, отлично. И у меня 2600 денег, слышите? Вот тут теперь у меня выбор. Денег-то у меня неплохо. Среднее значение, которое могло попасться. А еще у меня разведданные червяков есть, это тоже рандом. Кому-то одному из домов выпадает разведданные червяков. И мне выпали они. Теперь я знаю, где находятся червяки. Они меня будут трогать, но при этом... Кстати, на букву «Щ» можно быстренько... Не на «Щ», а на «З». На «З», вот. Английская «Пи». Можно быстренько ставить предметы, не нажимая сюда и сюда перетаскивая. Я буду играть через плиты, потому что у меня среднее значение денег. Если бы было у меня самое минимальное денег, там... 2400 вроде, то я бы играл не через плиты, то есть быстрее бы развивался, но при этом бы здание мало бы. Да. Я нахожусь в самом низу карты. Противник либо где-то вот тут. Стоп, а где? Нет, я в середине, противник либо снизу, либо там. Херовое место. Надеюсь, у противника не 1300 там сколько. А, 3400 денег. Надеюсь. Нет. Так, что, вплотную не будем ставить, чтобы быстрее все добывалось или как? Давайте так. Тут у меня выбор. Я могу либо через старпорт. Ты дурак, что ли? Не надо. Не успел увести. Но есть плюс. Я его активировал. Сейчас... Это что, Церофов, что ли?
Так, я его увожу. Тут где-то должен быть спайс адекватный. Хотя бы в середине карты. Это ненормально так себя вести. Вот, у меня есть выбор сейчас. Либо развиваться через старпорт, либо так. Где-то тут должен быть спайс. Отлично, давайте подорвем себя. Это лучшее, что я мог сделать. Ну, я сейчас отстаю на данный момент. Слушайте, это реально... Он же издевается, черт возьми, надо мной. А тут же не может, да, черт прийти? Хорош. Я просто не помню уже эти карты. Я их создавал год назад вроде. Очень давно создавал. А нет, возможно... Ну да, где-то прошлым летом я их создавал. Короче, у меня выбор. Либо идти через старпорт, либо через завод. В старпорте рандом. Мне может выпасть дешевый харвестер. Да это, мать вашу, шутка. Он его, черт побери, сожрал. Это смерть. Я не помню, сколько тут червей было. Червей тоже рандомное количество. От 0 до 4. Слушайте, тут идти ва-банк. Тут идти ва-банк через старпорт. Потому что меня просто захерачит сейчас. А вот и обнаружился дурачок. Обнаружен. Нормально. Так, смотрите что. Я сейчас строю электричество, потому что оно у меня скоро закончится. Пусть бота жрут. У меня Харконин выпал. Ну, против Харконина. Теперь я знаю, где находится бот, и вот я вижу его эту. Ничего, пусть их жрет. Нормально. Его тоже сожрали. Хорошо. Правда, у меня сожрали больше. Два харвестера вроде. Это плохо. Короче, я сейчас попытаюсь быстро развиться, либо пушку поставить. Чем, может, до пушки улучшимся, а? Может быть. Похер. Старпорт. Я иду в старпорт. Надо подзаряжаться, блин, быстрее. Надеюсь, там дешевые танки будут. Это чисто рандом. Бот. Кстати, а вот этот бот я не помню. АИ Медиум. Он строит ли старпорт? Да, он строит старпорт, но вроде он развивается по-честному. То есть строит плиты. Есть боты, которые брутальные, да, не строят плиты быстрее. Развивают экономику, то под 12 харвестеров все строят. Вот. Так что интересно. Но я думаю, нужно ракетную пушку ставить. Они не такие крутые, как Сега-версии, но все же. Поздравьте, мне повезло. По 150. Это хороший шаг. По 150, черт побери, понимаете, да? По 150. Охереть, папаша. Так, не до дворца, извините. На такой маленькой карте ты не успеешь просто. 150 харвестер, вы понимаете, да? Кстати, червяки респавнятся. И когда они съедают, из них выпадает спайс. Потому что спайс ограниченный на карте, но если червяк умирает, то... Катка, где целый час длятся катки, там такая трагедия, если заканчивается спайс после 40 минут игры. Например, 6 домов на карте, да? Это максимум, который тут может быть. То трагедия происходит, и все сражаются за червячка. Скармливают ненужные войска и так далее. Давайте украдем реально у врага жрачку, чтобы ему не хватало. Улучшаемся и строим хотя бы две ракетные пушки. Чисто потому, что я думаю, что у него есть старпорт, и он уже закажет сейчас какое-нибудь дерьмище. Я уверен в этом. Давай. Отлично. Две ракетные пушки, на всякий случай. И харвестеров буду их хранить, и нормально. Блин, а кстати, чё по деньгам? Танчик за... Ракетница за 360. Очень хорошая тема. Заказываем. Пойдет. Нормально, надо на ракетницу сейчас давить. Так что одну пушку и пару ракетниц. Сейчас объедем, тут все проветрим, просмотрим и будем атаковать. Но бот не тупой, он будет действовать. Он, мать вашу, будет действовать. И типа, если я начну его ранить, он начнет преждевременную атаку. Да, возможно, даже закажет орнитоптер. А, у Харконинов нет орнитоптеров. Каждый дом, короче, чем-то выделяется. Вот у Харконинов нет орнитоптеров. Орнитоптеры — это птички, для тех, кто не играл в Дюну, объясню, которые летают, и их можно сбить только с помощью пушек. Ну, или, ну, в сеговской версии только с помощью пушек. В этой же версии можно их сбить с помощью ракетницы. То есть у меня точно будет сейчас защищенность. Ой-ой, он построил старпорт, и я это вижу, мать вашу. Я это ой как хорошо вижу. Так, дружок, ты у нас пирожок это... целенький, давай-ка, иди. Я готов ломать ему старпорт. Или же разведать. Нет, я буду ломать ему старпорт. Отлично.
Мы будем сейчас ему выламывать тут все нахер. Он тут спайс собирает, и вот тут... Вот тут построю. Хорошо, мы сломаем ему сейчас старпорт. Короче, я выигрыше, я полагаю. И нужно сейчас давить похер на электричество. Давим на этот. На всякий случай, если нам вдруг старпорт. Там, по-моему, птичка прилетела. Доставила что-то, да? Быстрее. Есть. Сейчас посмотрим, он что-нибудь привез? Так, солдатики. Ну, солдатиков мы задаем. Нормально. Он плохо развился. По-моему, это победа. Угу. Сейчас сломать самое главное. А что из этого самое главное? Ну, давайте. Поломаем ему то, что он не смог потом ничего строить. Вот эту главную базу. Ну и тут, да. Можно улучшиться просто до этих и додавить его уже. Отлично, целёхоник. И этот тоже. Окей, отмена. Иди обратно. А вот ты иди сюда. Отлично. Ого. Это не есть хорошо, но смерть. Он больше ничего не закажет. Это победа, поздравьте. Харконнены, злые Харконнены были уничтожены. Ого. Мне они пушку сломали. Alright. Благо, я знаю, как выглядит быстрая починка. Наверное, надо нажимать раз и чинится. То есть, тут есть горячая клавиша, которую не надо нажимать лишнее. Отлично. Чё, производить будем? Раз, два. Огонь его птицами додавим. Ладно, шучу. Мы же всё-таки хорошие ребята. А, хер с ним, два танка пойдут. Сюда пусть выгружаются. Нормально, нормально. Все, это смерть для него. Фух, нормально, он не моего сожрал, все хорошо. Но этих я просто давлю, и это победа. И наш ментат будет доволен. Покажи-ка мне нашу планету. Вот она. Это наш ментат. И он победитель. Благо, хоть как Дюн 2000 не надо для победы уничтожать эти харвестеры. У них до хера хп. Сейчас нам придут танчики, и мы победили. Да, так вот у нас такие дела. Повезло, повезло. Короткий выпуск, однако, чтобы вы понимали, это рандом. Тут мог заспавниться второй противник, у которого было бы 5000 денег, например. И это была бы смерть. Чё, тупо на хант их ставим, да? Поехали, ребята. Работаем, работаем. Ты вот чем плох хант, то, что он агрится на то, что не нужно агриться. Короче, додавливаем их. Можем пару этих произвести. Отмена. Ракетницы дешевые. Чтобы побыстрее закончить. Да, выпуск так недолгий, но все же. Отлично, минус радар. Ну, короче, это победа. Это победа. Отлично. Минус. И уничтожаем последнее. Короче, технику он производить не может. Я вовремя спохватился, что увидел старпорт. Чисто повезло, я тут увидел вот краешек старпорта был. Вот что от него осталось, да? Так что забавно. Ну что ж, я победил. Но бот бы тот же брутальный тут бы хуже справился. Он бы развивался в долгую. Они же не ориентируются, что типа карта там меньше, больше. Это я понял, что карта маленькая. Мне не нужно перестроить и копить на этот... На супертехнику моего дома. Так что я воспользовался просто тем, что у бота Харконнена нет птичек. Хотя вроде как, да, в старпорте их можно заказывать. Но было уже слишком поздно. Давите их. И это победа, алё. А, вот солдатик. Прощай. You have completed your mission. Отлично. И посмотрим на статистику. Ну, слушайте, он меня догонял. Смотрите. Кстати, спайса он собрал больше. Прикиньте. Ну, потому что я харвестеров дергал туда-сюда. Мне нужно было тактически так делать. Кстати, бот тоже так делает иногда. А, уничтожил я, естественно, больше. Он у меня одного юнита уничтожил. И то строение. А, нет, вот build object. Ну да. Ладно, я победил. Всем спасибо за просмотр. Такая вот забавная серия получилась. А всем удачи, всем пока. С вами был OutSpyGamer. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да, 8 минут всего лишь катка шла. Всем пока.